school service, a final boarding call. Final call for customer coming on flight 1601 with service to Fort Lauderdale. If you're a confirmed customer on flight 1601 with service to Fort Lauderdale, please make your way to gate 19 immediately. Thank you. В общем, жду своего рейса, и тут пошел снег. Я еще в Нью-Йорке. Привет, да, улетаю. Ну вот, снег видно через окно. Пошел первый снежочек. Я лечу в Швейцарию. Питер, привет. Разве это снег? Но для Нью-Йорка это может быть даже еще и шторм. Я не удивлюсь, если с рейсами что-нибудь начнут менять. Блин, жалко, что плохо. В Пенсе метет, да? Обалдеть. Жесть. Я поближе вот так. Поближе не видно? Вот, видно? Крапинки. Вам крапинки видно? This is the final boarding call, final boarding opportunity flight 1407 with service to Washington Dulles, here gate number 5. At this time, we kindly ask all confirmed customers to please be aboard this aircraft as your aircraft is in its final boarding stages and is awaiting an on-time and immediate departure. Once again, this serves as the final boarding call, final boarding opportunity. Doors will be closing at 4:45. Начался снег, решила вам показать. А то все у меня все время спрашивают, когда снег в Нью-Йорке. Вот. Показываю. Зачем лечу в Швейцарию? This is the final boarding call. Final boarding call for all customers traveling on flight 286 with service to Rochester out of gate number 1. All confirmed customers must proceed to gate number 1 to ensure an on-time departure. Doors will close at 4:51 p.m. У вас какая погода? Где у кого? Что? Где снег? Да ё-моё, почему вы не видите снег? Он прям идёт. А, за наушниками пришли. Привет. Где снег? Никто не видит снег. Я очень сейчас переживаю за рейс, в принципе, мы должны через полтора часа вылетать. Я очень надеюсь, что все будет вовремя, потому что у меня пересадка будет удобнее. Вот. Надеюсь, что все пойдет успешно. Не видно. Очень жаль, что... This will serve as a final boarding call. Final boarding call for all ticketed and confirmed customers on JetBlue Flight 1407 with on-site service to Washington. Aircraft doors will be closing at 4:45 and will not be reopened. Once again, this is your final boarding call. Потому что горит прям палец, кипятком прям ошпариваю его. Теперь вот так отхожу со льдом на пальце. Есть снег, но... Сейчас я попробую. Вот, кстати, сейчас вам будет видно снег, потому что я сейчас покажу вам самолет. И на самолете уже прям видно снег. Зубной пастой? А, я даже не знала. Попробую зубной пастой, может, в самолете уже. Слушайте, а у нас посадка началась. Все, я сейчас покажу вам снег и пошла на посадку. Вот он, мой самолет. Вот, видно теперь снег? Видите, прям на зеленой макушке там снег беленький. Все, ладно, ребят, я пошла, у нас посадка началась. Всем пока-пока.